Но с другой стороны, когда появился интернет, я был потрясен, сколько людей, ненавидящих весь мир, меня, и за какие угодно, лютой ненавистью, которые не хотят ничего, не считают, сколько у меня денег, сколько я живу, куда это, какая у меня жена. Никак... И столько проклятий в них висит, что я просто... Боже мой, люди, они прячутся под этими никами всякими, иконками загадочными, и источают такую грязюку, такую ненависть, такую злобу. Думаешь, Господи, человек никогда в глаза такое не скажет, он же только пишет, прячась под этой штучкой мерзкой. Иногда читая комментарий какой-нибудь статье там. Господи, с такое количество выслушиваешь, вычитываешь ужаса и ненависти, думаешь, Боже мой. Я не про то, типа, разве я такой, нет, ну что с вами, люди, во что вы превратились? Своей злобой, ненавистью, завистью. Вот я чего хотел сказать.